Путь, дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, вчера сел в ладонь мою. Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись. В тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега. В тот миг, когда все замело и на душе белым-бело. Ты мне приснись, рыжий лист кленовый. Приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшей птицей вернись в стужу января. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Безрассудной птицей вернись в стужу января. Лучше так, чем серая унылая жизнь. А. Почему унылая? Нормальная, Тома. Просто нормальная, да. Для меня норма быть возле гения. Как Наталья Гончарова. А что хорошего в судьбе, Наталья? Сама подумай, что хорошего? Осталась вдова с четырьмя детьми в молодом возрасте. А умерла, между прочим, под фамилией Ланская, да. Приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Снится птицам море и юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне, вдруг сел в мою ладонь. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Спрыгнув с ветки, желтый лист вдруг сел в мою ладонь. Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись. В тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега. В тот миг, когда все замело и на душе белым-бело. Ты мне приснись, рыжий лист кленовый. Приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Девушка, девушка, вы что, нельзя? Мне можно. В смысле? Ну?